вас туда, потому что нам нужно это. Основным источником энергии для города являются детские крики. И добыть их надо во что бы то ни стало. Андрей Юрьевич Скляров – инженер-физик, исследователь и писатель. Как физика-экспериментатора его интересовали только факты. И только на их основе Андрей Скляров делал выводы, лежащие в основе его литературных трудов. Ему принадлежит уже ставшая популярная фраза «Если факты противоречат теории, то надо выбрасывать теорию, а не факты». Его исследования являются результатом анализа легенд, найденных артефактов и современных научных достижений. Андрей Скляров посвятил свою жизнь поиску неопровержимых доказательств существования в древности на нашей планете высокоразвитой в технологическом отношении цивилизации, которую он называл цивилизацией богов. Термин был взят за основу лишь по причине многочисленных упоминаний в мифологии различных народов о неких антропоморфных богах, даровавших человеку знания, искусство и ремесла, обучивших человечество металлургии и земледелию. 5 сентября 2016 года Андрей Юрьевич Скляров внезапно покинул нашу мерность. Заключение врачей. Инфаркт. Свои исследования Андрей Юрьевич начал с Египта. Далее представляю вам информацию о пирамидах с плато Гиза из его фильма «Загадки древнего Египта. Великий трансформатор». Еще в середине 20 века исследователи обратили внимание на странное воздействие, которому подвергаются объекты внутри пирамид. Трупы мертвых животных не разлагаются, а мумифицируются. Подавляется активность микробов. Меняются свойства зерна, нефти и даже кристаллов. Достоверно установлен лишь факт влияния формы пирамиды как на живые организмы, так и на неживые предметы. Буквально в первые же минуты внутри пирамиды ощущаешь очень сильную влажность. Одежда мгновенно промокает от пота, который выделяется в таком количестве, что непонятно, откуда его могло столько взяться. Пирамида, выжав из нас влагу и из влаги воду, возвращает остатки в виде кристаллов соли, который не только создает снегопад, но и оседает бахромой на стенках. Соль из влаги, которую пирамида высасывает, не из посетителей, а из земли, также скапливается на стенках, только уже не бахромой, а в виде очень крепких отложений, которые заполняют любую доступную щель. Внутри Красной пирамиды, в Дашуре, на стенках не соль, а какой-то смолистый черный налет. При этом картина такая, что черные наплывы появляются прямо из стен, непосредственно из известняка. Пятно выделилось и потекло. Пятно выделилось и потекло. Пирамиды плачут. В общем, как бы ни было интересно внутри пирамиды, покидаешь ее с большим удовольствием. Very good. Слава, как здесь прекрасно на воле. Другой отличительной особенностью пирамид является мощная акустика во внутренних коридорах и камерах. Сильная акустика в замкнутом пространстве не является чем-то необычным, однако возникает впечатление, что древние мастера специально старались усилить данный эффект и добиться резонанса всей внутренней конструкции на одной частоте.
Почти в каждой пирамиде можно найти такие точки, в которых издаваемый звук заставляет ее откликаться в ответ. Причем эхо длится не менее нескольких секунд. Наиболее заметен этот эффект в Великой пирамиде, которая резонирует на единой частоте 438 Гц. Считается, что эти блоки предназначены были, чтобы перегораживать доступ, предотвращать. Но реально они не опускались никогда ниже. Здесь стоял просто другой блок. Впрочем, версия того, что Великая пирамида является неким техническим устройством, далеко не нова. В рамках этой версии пирамида работает в том числе и как трансформатор. Как огромная линза, она собирает энергию Земли, преобразует ее в какой-то другой вид и отправляет куда-то. Многое в этой гипотезе пока остается неясным, но довольно очевидно, что вся конструкция далеко не случайна. И каждый ее элемент играет вполне определенную роль. Согласно древним преданиям, на вершине Великой пирамиды находился камень Бен-Бен, упавший с неба. Что это был за камень и куда он пропал, неизвестно. В рамках техногенной версии это был некий излучатель или ретранслятор, который посылал собранную энергию в заданном направлении. А историки полагают, что это был действительно обычный камень – пирамидион. Однако, ни от одной из больших пирамид, которые были построены древней цивилизацией богов, пирамидион пока не был найден. Большой удачей и подтверждением именно своей версии историки считают то, что находится сейчас у восточной стороны Красной пирамиды. Здесь стоит якобы пирамидион, который был будто раньше на вершине Красной пирамиды. На самом деле, когда смотришь вблизи, оказывается, что он слеплен из отдельных кусочков. Просто на потребу туристам. Это подделка чистейшей воды. Скорее всего, реальный пирамидион или Бен-Бен, как с Красной, так и с Великой пирамиды, утерян для нас навсегда. Много погибло в то время народу, кто не успел на Вайтманах подняться или пройти сквозь врата Междумирья и схорониться в чертоге медведя. Нити чертогов нарушены снова, поэтому иглы небесные цвет потеряли. Чтоб засияли вновь иглы цветами, вы замените кристаллы Иркамы, их замените кристаллами Тары и сквозь Зимун восстановите нити. И спросили Перуна Громовержца, жрецы-хранители путей, ведущих через врата звездные. Ты расскажи нам, наш мудрый учитель, что происходит в Асварге Великой, и почему в Амакаш и в Раду многие врата закрылись, и не сияют кристаллы движения, а круг из Зарбина померк в получетверть, иглы небесные цвет потеряли, и ныне от многих вайтман мы не слышим ответа на зов многодольный. Чтоб восстановлен был круг из Забрина, вновь засияла спираль Междумирья, вы извлеките кристаллы движения в части, что меркнет лучом в получетверть. Вместо кристаллов движения Сварги для чертогов сварожьих установите кристаллы Инглии. Свет иномирия, проявленный в Нави, будет в кристаллах Инглии светиться. И истекая мощным потоком, он восстановит Забрина свечение. Другой утерянный элемент – это содержимое большой галереи Великой пирамиды. Сама галерея с мощным ступенчатым сводом напоминает громадный резонатор, который чутко отзывается на любые колебания и усиливает их. Попарно сделаны углубления с двух сторон. Рука уходит туда, сантиметров 20 глубиной. Зачем они здесь были нужны? Есть много версий, но никто реально не знает. Углубления похожи на места крепления каких-то элементов конструкции. Но каких элементов? Сможет ли кто-нибудь здесь найти подсказку для ответа на вопрос, что же было все-таки в большой галерее? Тут же на плато еще одна нераскрытая загадка. Неподалеку от Великой пирамиды, прямо в скале прорублены проходы, которые очень точно повторяют часть ее внутренней конструкции. А именно место соединения нисходящего и восходящего коридоров.
Историки полагают, что их сделали древние египтяне в качестве модели, по которой в дальнейшем строили саму пирамиду. Скорее всего, просто отрабатывали механизм какой-то, сочленение этих коридоров, как он работает. И здесь просто проводили тестовые испытания. Дополнительная загадка этой конструкции – это вертикальная шахта. Вот вертикальная шахта, которую в Великой пирамиде говорят, что нет, или считают, что нет. Здесь она есть. Но там закрывает все гранитная пробка, и в принципе, может быть, над ней что-то и есть. Пирамида действительно могла работать, или даже еще продолжает работать, как некий технический объект, который собирает дармовую энергию планеты на основе неизвестной нам технологии. В рамках этой технологии важным элементом является то, что мы называем саркофагами. Каменные коробки, которые размещались в некоторых узловых точках конструкции. Ныне в больших пирамидах на плато Гиза осталось только два саркофага. Но они абсолютно пустые, и никто не знает, что же в них было раньше. То, что загадка саркофагов непроста, подчеркивают две аналогичные коробки в Абу-Симбел. Кому и зачем понадобилось покрывать уже отполированную гранитную поверхность значительным слоем алебастра? Гипсовая обмазка выполнена очень тщательно и образует как бы внутреннюю вставку в гранитном коробе. Но чем не обкладка конденсатора, работающего по неизвестной технологии? То же самое можно увидеть и в большом саркофаге, если заглянуть в щель под крышкой. А может, это не саркофаг и не конденсатор, а некий аппарат для телепортации, для перемещения в другую точку нашей Вселенной или вообще в иное пространство-время? Может быть, поэтому найдено так много пустых саркофагов? И спросили Перуна-громовержца, жрецы-хранители путей, ведущих через врата звездные: «Ты расскажи нам, наш мудрый учитель, что происходит в Асварге Великой, и почему в Амакаш и в Раду многие врата закрылись?» Та же неизвестная нам технология могла потребовать рядом с пирамидами того, что сейчас имеет название храма. Но храм ли это? Например, зачем нужно было устанавливать здесь громадные камни, которые археологи считают стелами? Что это за стелы, на которых нет ни единой надписи? В рамках же версии пирамид, как энергетических установок, стелы могут быть деталью управляющего устройства. Чем-то вроде камертона, который настраивает на определенную частоту входящего со стороны храма излучения неизвестной нам природы. Излучение, которое проникает отсюда внутрь пирамиды и регулирует весь процесс работы гигантской конструкции. Рядом с пирамидой Усеркафа и пирамидой Хеопса располагаются базальтовые полы, которые выровнены идеально ровно. Блоки, из которых сделаны эти полы, абсолютно неправильной формы, и при этом они подогнаны друг к другу в точности до нескольких микрон. Больше всего это напоминает мозаичное устройство некой микросхемы. Когда мы смотрим на схему какому-нибудь храма при пирамиде, то это напоминает модуль микросхемы с входами, выходами, усилителями, транзисторами, резисторами и тому подобное. Поэтому пирамиду с этой точки зрения можно рассматривать как агрегат, принимающий энергию. Храм около пирамиды как преобразователь энергии. Дорогу от верхнего храма к нижнему храму, как некий проводник. Нижний храм, как дополнительный преобразователь. И сам Нил, к которому сходятся все дороги от каждой из пирамид, как общую шину. В результате получается не микросхема, а макросхема, состоящая из отдельных элементов и работающая на одну задачу. И тут самое время вспомнить, что древние пирамиды есть не только в Египте. Они есть по всему вообще известному пространству нашей локации. Связаны ли они между собой и со своими египетскими сестрами? А если связь между ними есть, то в чем именно она заключается? Мы еще только в самом начале пути поиска ответов на такие вопросы,
которые уводят далеко за грань современных представлений о мире, о его прошлом, настоящем и будущем. И искать разгадку тайны той же Великой пирамиды, судя по всему, предстоит даже не столько историкам, сколько специалистам из других, самых разных отраслей знания. Мы процветаем над водами могучей реки. Мы обязаны жизнью безграничной мощи великого генератора, который является сердцем нашего мира.